Так, вот это не надо было записывать. Так, дорогие друзья, это бухта проведения. Это наша самая дальняя посадочная точка на маршруте по территории Российской Федерации. Россию мы прошли за 10 дней. Сегодня 11-й день нашего путешествия. С двумя остановками. Один день в Иркутске мы провели и два дня в Магадане. То есть чистого времени, в принципе, 7 дней по России. И вот она, вся Россия уже закончилась. Саша. Бухта проведения встречает нас очень хорошей погодой. Красота. Бухта проведения встретила нас супер тепло. Отличные ребята, таможенники, пограничники, душевные. В Америке. Встречаем линию перемены дат. А у нас шампанского нету. У нас с тобой есть 6 бутылок водки, которые не обнаружены российской таможней. Так, вот это не надо было записывать. Ну, извините, пацаны, вывезли 6 бутылок водки, она все равно наша, белорусская. У нас не превышена суммарная. Мы сейчас находимся, у нас сейчас 18 часов 32 минуты вчера по отношению к Минску. Мы прилетели во вчера, товарищи, мы во вчера. А говорят, машины времени не существует. Передаем всем привет, кто в завтрашнем дне из вчерашнего. Из 27 августа всем белорусам привет в 28 августа. Если кому-то что-то нужно срочно сделать в 27-м, ну вот надо, чтобы где-то что-то было подписано. Например, банковский перевод. Вот вы забыли денег заплатить кому-нибудь, да, за вчерашний день? Скиньте нам денег, а мы из Анкориджа с вчерашним числом переведем. Какое плечо будет? Один к 3, один к 8? Нет, давай один к 10, брат, что тут мелочиться будем. А переводим под 1000%. Какие еще можно сделки провернуть на этой схеме? Поздравить кого-нибудь, любимого. С днем рождения, например. Да. Кто забыл поздравить с днем рождения 27 числа, дайте нам знать, мы поздравим из вчерашнего дня. Tuning overcast 1800. I'm gonna use visual approach, I guess. Roger, give me a second, please, I'll give you approach. Америка! Прилетели в Америку. Аляска. Дом. The first American person... And Alexander. Let's go. Okay, for you. Okay, great, thank you. It's the first flight around the world. From Belarus. Yeah, because I was going to say we had a couple from Of course, you have a bunch of them. Yeah, we've had Друзья мои, мы приземлились в городе Ном. Это Аляска, Соединенные Штаты Америки. И мы ждем пограничную службу, которая к нам едет. Центр, командир нашего воздушного судна, готовится торжественно, очень торжественно готовится Александр Львович, не выпуская из рук пакетики. Поздравляю с прибытием в Соединенные Штаты Америки.